Здоровенькие были граждане и гражданки, с вами я, Маритурс, а значит у меня на канале. И что же это такое? Это рубрика у нас грёбаный ЛБЗ, да, и это лорка 40 тонн, на которой я выполнил, в общем-то, действительно реально упоротое грёбаное ЛБЗ под номером 11 на СТ. И это на объект 260, а называется это ЛБЗ у нас на таран. Почему она упорота? Да потому что нужно уничтожить тараном машину противника на уровень выше. Блин, ну это пипец просто какой-то, потому что меня лично это ЛБЗ, ну просто упарывало, потому что нужно найти сначала машину на выше по уровню, потом ее еще заколбасить, блин, раздавить ее к чертовой бабушке. Вот, а еще нужно для того, чтобы выполнить дополнительные условия, еще выжить и победить. Как видите, Бершетильон АП или... АП, короче, проходит. Я тут в него свожусь, пытаюсь попасть в него, но не попадаю. А он откатывается, я в него попадаю, он еще откатывается, я не успеваю перезарядиться, он стоит как вкопанный. А команда противника, в общем-то, втрепывает, и я опять попадаю, и опять пытаюсь свести, но он опять сваливает. Да что ж такое? Там, кстати, стоит Т-34-2, и вот она, может быть, что-нибудь и сделает. 1-0 пока что в пользу, в общем-то, союзной команды. Это приятно, это ништяк. Всегда хорошо, когда наши побеждают. Я, в общем-то, не перезаряжаюсь, пытаюсь еще свестись, а посмотрите, наша команда просто уносит в ангар технику противника, потому что уже два фрага на нашем счету, и это очень хорошо. Это круто, это просто фантастически. Так, ну что, прохожу я вниз. В общем-то, никого не вижу, ни ПТ-шек, никого. А вот вижу я наоборот АМХ 65 тонн, но я думаю, что не стоит на него сводиться. Лучше пойти перезарядиться и пойти кого-нибудь еще покернить. Потому что я вижу, что Т-10 где-то тут вот нашим пытается мешать. Хотя уже 3-0, конечно же, наши ведут в счете. И это хорошо, это фантастично, это приятно. А у меня всего лишь 629 ПХП. И даже, в общем-то, нет ничего за моей помощью, за моим, скажем так, ассистированием союзной команды. Бэджетильон все еще пытается что-то там пукать, но у него уже ничего не выйдет. Скорее всего, он так и не выйдет, в общем-то, из той создавшейся ситуации. Ага, вижу я Т-10, но оказывается здесь еще где-то неподалеку зашкерилась Т-44. Я пытаюсь ее выцелить, и пока что у меня не очень-то сильно получается загнать в нее снаряд. Выстрел все-таки доходит до адресата, и, соответственно, до свидания 44-й, хотя Т-10 только что повредил мне орудие. Но и это было, кстати говоря, больно, потому что с меня только что 446 хп отвалилось. Так, ну что, я где-то там засек М4 револьвер, который, или револьвер, или, в общем, как называют, револьвайс, да, короче, называйте его как хотите, хер выговоришь, потому что язык реально можно сломать, а Т-10 все еще пытается что-то здесь накернить, что-то сделать, что-то выцелить, чтобы у него что-то получилось. К нему на помощь спешит ТАМХ-1390, и вот здесь вот я начинаю задумываться. Ха. Блин, 1390, Т-10. Там Т-28 шпрот. Ну что же делать? Ну как же быть? 6-1. Наши тянут. Конечно же, наши, скорее всего, выиграют. Но мне бы хотелось все-таки подамажить противника, потому что я все-таки пытаюсь вроде как тут пофармить. Опачки! АМХ-1390, смотрите, у него 229 хп всего-навсего. У него вообще остается 57. Реальный шанс на то, чтобы выполнить это ЛБЗ. Давай, отлично, давай, до свидания. Я его задавил. И тут же ко мне, смотрите, великолепно попкой стоял Т-10. И Т-10 отправляется также в ангар. Меня тут приглашают, в общем-то, во взвод. И я, в общем, не отказываюсь. И да, хотя я сам себя, конечно, тоже немножечко шваркнул по хп-шечке. Но, тем не менее, все равно, как приятно. Как приятно, когда выполняешь ЛБЗ вот так вот на шару, когда тебе практически в руки прет пруха. И ты, в общем-то, все делаешь как надо. А, в общем-то, посмотрите, у меня даже по Вин-8 не такой уж и плохой результат. 1742, ну я не скажу, что это, конечно, заоблачные позиции, но тем не менее, это неплохо, это приятно, это всегда хорошо. А теперь мне остается всего ничего, в общем-то, победить и выжить в этом бою. Да, я, в общем-то, принял, конечно же, взвод, потому что я всегда, когда меня просят, принимаю. И, в общем-то, осталось мне еще чуть-чуть, может быть, по домашке взять, и тогда вообще будет все отлично, все окей. Итак, выстрел, противник на гусле, и мне достается
ассистирование. Так, вот теперь главное осталось не попасть под арту, потому что с моими 690, а вдруг она меня схомячит. И ФВ, в общем-то, видно, что ПТХ у нас противник укатывается в в дальний-дальний угол, и там она, скорее всего, сейчас погибнет. Может быть, мне достанется еще немножечко ХП, может быть, не достанется. На самом деле, мне здесь уже не так это интересно. Нет, в общем-то, убился бедолага наш AMX-1390, поэтому это очень-очень-очень печально. Но, тем не менее, спасибо, друзья, за то, что вы просмотрели это видео. Мне было очень приятно победить в этом бою и выполнить ЛБЗшку. Хотя я всего лишь навсего настрелял на 1375 и наассистировал всего на 325, повин 8, в общем-то, в зеленом спектре, поэтому это очень приятно. А главное, выполненное ЛБЗ, то есть уничтожить тараном противника машину на уровень выше, то есть 90-ка я завалил, таким бах, просто задавил его. Хотя, вы знаете, и даже вот когда я его давил, еще были кое-какие сомнения, потому что вы видели, как он меня впоролся, а сразу-то вроде как и не взорвался. В общем-то, победить и выжить тоже выполнено мной благополучно, так что всем удачи, всем пока, смотрите мои видосы новые и, в общем-то, просматривайте старые, если вы вдруг еще что-то там не видели. Да, помните, что это видео также участвует в розыгрыше голдишки, поэтому внизу под видео описание, что нужно сделать, а нужно пройти по ссылочке, оставить комментарий со своим танковым ником, а также, если вы вдруг не подписаны, подписаться в обязательном порядке, а также поставить лайк. Чем больше лайков, тем больше голдишки принято участие в розыгрыше. Вот. Также вы можете зайти на мои там группы ВКонтакте, в Одноклассники, везде тоже наставлять комментариев, обязательно подпишитесь на них, вот. Ну а так-то, в общем-то, всем удачи, всем пока, удачных вам выполнения ЛБЗ и до встречи.